Коми прибыл второй Embraer, приобретенный компанией Коми Авиатранс. Сейчас он в аэропорту Сыктывкара. Напомним, республика закупила в лизинг 6 судов такого типа. Первый прибыл в Коми 26 ноября прошлого года. В декабре он совершил технический рейс до Ухты. Как сообщили в Минпроме, так как лизинговые платежи долларовые, республика очень скрупулезно подошла к проработке технических нюансов эксплуатации самолетов, от которых зависит эффективность работы новых судов. Это и соответствующая цена, стоимость обслуживания в аэропортах, маршруты полета. По топливной эффективности мы говорим, что этот самолет хороший, но здесь тоже нужно смотреть, на каком расстоянии. Если мы будем летать на нем на расстоянии там 300 километров, то я думаю, что это будет нам невыгодно. Поэтому здесь вот сейчас идет такая работа очень кропотливая для того, чтобы мы летали себе не в убыток. Потому что в первую очередь эти самолеты будут задействованы, конечно, за пределы Республики Коми. Накануне региональная авиакомпания получила необходимые документы на эксплуатацию первого «Эмбраера». Уже в этом месяце жители Коми смогут отправиться на бразильском лайнере в Воркуту и Усинск. На днях экипаж вылетел за третьим «Эмбраером». Четвертый планируют доставить также в этом месяце. Самолетам 10 лет, но перед прибытием в нашу республику они прошли полное техническое обслуживание в Португалии. Там им заменили все головные узлы. Ожидается, что суда будут летать по дальним направлениям внутри республики, а также в Москву и в Санкт-Петербург.